хочу, так сказать, как бы, ну, почистить, так сказать, собой. Зачистка есть такое сейчас нынешнее выражение. Так. И вот одновременно происходит процесс возрождения каких-то старых песенок, которые почему-то в какой-то момент были забыты. Вот такое случилось вот со следующей песенкой. Недавно мне попался концерт 92-го года в Москве. Не мне попался, мне его, так сказать, дружески подарили, переписанный уже теперь на кассету, довольно такого плохого качества. Да. Ну, я там разобрал, что у меня была вот такая песня. И песня была на очень известные стихи, более того, более известная песня на стихи другого композитора уже звучала и имела успех. Я почему-то решил делать свой вариант. Свет небесный, синий свет, полюбил я с малых лет. В детстве он мне начал глубину иных начать. И теперь, когда достиг я вершины дней своих, в жертву остальным цветам голубого не дам. Он прекрасен, беспрекрас, этот свет любимых глаз, этот взгляд небесный твой, а полет цвет моей мечты, это краска высоты, в этот голубой раствор погружен земной простор. Это легкий переход в неизвестность от забот и от плачущих родных на похоронах твоих. Это синий, не густой ив над моей плитой, это сизый зимний дым мглы над именем моим. Вот такой вариант. В свое время я сделал совершенно Никиту, там Никитину. Вот.